пробные экзамены, они, естественно, нужны. Ну почему ты решила? Могла дома посидеть? Нет, это я же буду знать, как будет на реальном экзамене. Угу. А меры безопасности, насколько тебя напугали или не напугали? Нет, меня не напугали, в принципе, я ничего не проносила с собой, поэтому мне нечего было бояться. То есть уверена в своих знаниях? Да. А видеонаблюдение как-то будет тебя смущать? Да нет, в принципе, нет, не будет.